Здравствуйте, уважаемые телезрители и любители компьютерных игр. Наши позывные Гамовер и Бонус, а в эфире программа «От винта». Послушайте, что это такое? Откуда вы это притащили? Притащили? Да это одна из самых современных систем ПВО. Моментально выслеживает летящий объект, и как только он приблизится, бабах, и готово. Ну а нам-то она зачем? Вот вам-то, может, и незачем. А если встретим что-нибудь летящее? Метеорологический зонд, например, или метеорит. А с этой установкой как? Бабах! И столкновение не произойдет. А где вы ее взяли? У военных. Надо еще посмотреть, как эта система работает. Ну а нашу программу открывает игра, тоже связанная с военной тематикой. Это танковый симулятор, который называется М1 Танк Платун 2. Эволюция есть путь всего живого от подножия горы времени к ее вершине, писал Чарльз Дарвин. Мы бы хотели внести одну поправку в это безусловно верное суждение. Вместо слов «всего живого» следует читать «всего живого» и компьютерных игр. В качестве доказательства рассмотрим, как эволюционировали танковые симуляторы за обозримый период. Свидетели зари компьютерной эры, безусловно, помнят те времена, когда увидел свет первый танковый симулятор «Танк М1 Абрамс». Тем же, кто родился позже, объясняем. Эта игра размещалась на одной дискете. В ней ездил танк. В ней были треугольные мосты и неуклюжие серые ангары. Игра прекраснейшим образом шла на 286 процессорах. Следующей вехой на эволюционном пути стал хит под названием Shell Shock. Эта игра прославилась необычайно простым и понятным управлением. В Shell Shock мы могли сразиться уже не только с танками, но и с броневиками, и даже с вертолетами. Рисованные сослуживцы произносили длинные тирады, а в бою кричали вам «Молодец, Джек!» или «Ты хочешь убить нас, Джек!» и всякое тому подобное. Можно было даже утонуть в болоте, вы помните? Игру М1 Платун 2 таким образом можно рассматривать в качестве вершины этой эволюционной лестницы. Более 70 моделей танков, трехмерные текстуры местности и объектов, координация действий с авиацией и артиллерией, 5 театров военных действий с неизменным Персидским заливом во главе. В общем, и дальше в том же духе. Мы полагаем, что любители этого жанра оценят игру по достоинству. Ведь лет через 10 будут новые симуляторы. Их тоже нужно будет с чем-то сравнивать. Что-то не работает ваша установка, а? Потому что нет опасности. Будет опасность, заработает. Ну ладно, ладно. Ну а мы предлагаем вашему вниманию еще одну военную игру, но на сей раз стратегическую. В ней вам нужно будет сражаться не столько реальным, сколько магическим оружием, проклятиями, заклинаниями и тому подобным. Она и называется Warhammer Dark Omen. Многие склонны рассматривать компьютерные игры как вид развлечения. Это неверный подход. Мы бы рассматривали игры исключительно как источник познания. Приведем пример. Спросите у юного жителя средней полосы России, как выглядит животное еж обыкновенный. Хорошо, если вам скажут, что он такой с иголками. Ну а юные горожане вообще пожмут плечами. Спросите их же, как выглядит орк. В ответ тут же получите полное описание внешности и повадок орка, а также узнаете, где он проживает, чем питается и как размножается. К этому могут присовкупить и краткий экскурс в историю орков, а также сравнительный анализ боевых характеристик орков и эльфов. Вот так-то. Компьютерные игры – это вам не скучный учебник. «Темное знамение» – это вторая часть известной игры «Warhammer». Вы опять попадаете в некое древнее королевство и обнаруживаете, что дела в этом монархическом государстве идут неважно. Империя раздроблена, и повсюду шастают армии скелетов, зомби, разбойников и пресловутых орков. С ними вы и будете сражаться. В вашем распоряжении окажутся арбалетчики, конница, пехота и даже пушечка. В дальнейшем ваша армия будет разрастаться.
она пополнится лучниками, рыцарями, тяжелой конницей и многочисленными магами. Да, что бы ни говорили современные стратеги, а лучшее оружие – это все-таки не истребитель Су-37, а хорошо обученный маг. Маги владеют несколькими основными видами заклинаний – света, тьмы, льда и так далее. А сколькими заклинаниями владеют Су-37? Ни одним не владеют. Но у магов есть и свои недостатки. Они очень медленно передвигаются, а если погибают, то раз и навсегда. Нанять на службу другого мага вам не удастся. В случае победы вы получаете некоторое количество золота, с помощью которого доукомплектовываете армию. Так что десяток удачно проведенных кампаний позволит вам сколотить довольно большое войско. Интерфейс игры выполнен очень оригинально. А плавающая в трех измерениях виртуальная камера является, пожалуй, наиболее удобным средством обзора из всех нами виденных. Мы рекомендуем поклонникам жанра срочно ознакомиться с этой игрой. Вы приятно проведете остаток времени до начала лета. Последняя игра нашей сегодняшней программы относится к жанру... А что это? Не знаю. Вы вообще соображаете, что вы привлекли? А я... Птичку сбили! Может, надо подрегулировать? Значит так, собирайте все это хозяйство, и чтобы я его больше не видел, зеничек. Извините, уважаемые телезрители, я хотел сказать, что наша следующая игра относится к жанру мотосимуляторов. Она называется Manx TT Superbike. Начнем сразу с рекомендаций. Игра рекомендуется людям, которые не прочь на время почувствовать себя дураками. Сейчас поясним. Во-первых, нам так и не удалось понять название игры. Согласитесь, это довольно обидно. Что такое, например, Manx? Непонятно. Мы готовы допустить, что это имя собственное, то есть мотосимулятор Мэнкса, как пятновыводитель Смита, допустим. Но что такое тогда ТТ? ТТ окончательно поставил нас в тупик. Аббревиатура явно угрожающая. В ней слышны слова «терминатор», «тротил», «тартарары». При этом она так нигде и не расшифровывается. Вам придется воспринимать ее как данность. Вместо ТТ там вполне могло быть, ну, например... Гойл-Ро. Что это такое, уже никто не помнит, а звучит, согласитесь, довольно устрашающе. Ну и, наконец, супербайк. Супер – это по латыни высший, байк – это мотоцикл, то есть вершина мотосимуляторного искусства. Тоже не подходит. Игра-то вполне обычная, да еще явно приставочного происхождения. Что ж, давайте рассмотрим игру «Высший мотоцикл Гойл-Ро Мэнкса». Трасс в игре немного. Мотоциклов чуть больше. Интерфейс устроен таким образом, что вам придется воспользоваться микрометрической линейкой, чтобы уяснить различия характеристик того или иного мотоцикла. Управление мотоциклом довольно оригинально. В частности, оно похоже на что угодно, только не на управление мотоциклом. Но можно привыкнуть. В общем, вы сможете полюбить эту игру только в одном случае. Если вы когда-нибудь будете выброшены на необитаемый остров, и вместе с вами туда же будет выброшен компьютер с единственной проинсталлированной игрой – Manx TT Superbike. На сегодня это все. Подобные инциденты больше не повторятся. Game over! До встречи.